Второй по счету сборник стихов видновской поэтессы Натальи Замариной для нее самой удивление. «Каждое свое стихотворение я считаю последним», — говорит автор. Наверное, поэтому отдает любому своему произведению все силы и душу. За выход этой книги стихов Наталья Замарина благодарит коллег из Литопедения имени Филиппа Шкулева и человека, который когда-то однажды назвал ее высоким именем поэт, своего учителя Сергея Клубкова. Сборник я назвала «Переправа». Вот, меня спрашивают, почему такое странное название. Но наша жизнь, по сути, это и есть переправа по шаткому мостику. Шаг, шажок, поскорее бы земля. Мы все хотим добраться до прочного берега. Мы все хотим преодолеть какие-то трудности в жизни, преодолеть себя. Преодолеть себя, а еще ответить на самый важный вопрос. Почему люди не слышат друг друга? Почему не могут найти понимание порой даже у самых близких? Поэзия не дает ответов. Она заставляет людей задавать вопросы, формулировать вопросы. Ответ каждый ищет сам, в одиночку. Я не знаю случая, чтобы кто-то сказал: «Люди, вот истина». Большая часть стихотворений, изданных в сборнике, написана в последние годы в родном для Натальи Расторгуеве. В строках отражается вся любовь к с детства знакомым местам, красота природы, вроде бы как и везде, и все же своя, неповторимая. А еще стихи о детях и для детей. Это тоже близко автору книги. Я бы хотела 15 мая в 14:00 пригласить всех видновчан на презентацию моей переправы. Приходите, друзья, помимо моих стихов будет звучать музыка Баха, Моцарта, Шуберта, Рахманинова, Астора Пьяццолы, Арнова Баджаняна и Евгения Крылатова. Я надеюсь, будет интересно. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.